Всем привет! Вы смотрите Flagman Shop, программа EF новинки. Сегодня покажу вам шикарную новинку от компании Flagman. Это новая силиконовая приманка Flagman Big Shed. В последнее время ловля на крупные приманки, на большой силикон, набирает все больше популярности среди спиннингистов, ведь каждый желает поймать свой заветный трофей. А как известно, крупная рыба с гораздо большим аппетитом клюет именно на большие приманки. И благодаря крупному силикону и гораздо крупным приманкам можно целенаправленно ловить именно крупную трофейную рыбу. Теперь рыбалка станет более интересной, разнообразной и трофейной. Компания Flagman решила выпустить также свою крупную приманку, поэтому встречайте Flagman Big Shed. Приманка Big Shed выпускается сегодня в двух размерах. Размер 6 дюймов, ну это, скажем так, среднего размера приманка, которая подойдет для классического джига при ловле окуня, щуки и судака. И приманка в размере 8 дюймов, можно назвать ее уже поистине крупным силиконом. Это приманочка в размере 8 дюймов и весит она 55 граммов. Поэтому для ловли на такой силикон нужно уже и достаточно мощное удилище. При оснащении силикона грузилом нужно учитывать и вес самой приманки, вес огрузки, вес фурнитуры и тому подобное. Поэтому для ловли на такой силикон подойдут удилища уже хотя бы там от 70-80 грамм и выше. Сейчас покажу вам, как выглядит эта замечательная приманка. Достанем одну приманочку из упаковки. Поставляются, кстати, приманки в таких удобных пластиковых блистерах, благодаря чему приманка всегда будет ровной, хвост не будет заминаться и приманка всегда будет отлично играть. Flagman Big Shed – это виброхвост вытянутой длинной формы с большой крупной пяткой, благодаря чему приманка будет отлично играть даже на самых медленных проводках. По бокам приманки есть специальные ребра, которые под водой будут создавать дополнительный шум, дополнительные вибрации, за счет чего приманка будет больше привлекать щуку, ну либо же другого хищника. Также приманка рассчитана и под оснащение для офсетного крючка. Снизу и сверху приманки есть специальная прорезь, куда можно прятать жало офсетного крючка. Поэтому такие приманки подойдут для оснащения как на джиг-головке, на штопоре и даже на офсетном крючке при ловле в траве, ловле по корягам и в других крепких местах. Вся линейка приманок, как в среднем, так и в крупном размере, выпускается в большом количестве различных цветов. Есть как кислотные провоцирующие цвета, также различных оттенков. То есть многие рыболовы заметили, что есть периоды, когда щука лучше всего ловится именно на яркие кислотные цвета. Также есть и много различных темных натуральных цветов. Это и цвет Blue Jill, достаточно такой темный, реалистичный, натуральный. Ну и всякие другие оттенки, там темно-фиолетовые, больше натуральные расцветочки какие, ну и тому подобное. У меня здесь представлена не вся цветовая линейка, на самом деле цветов очень много в различных оттенках, поэтому рыболовы могут подобрать себе приманку по своему вкусу, под свой водоем, под свои условия. Приманка в размере 6 дюймов у нас выпускается по 4 штуки в упаковке и весит всего лишь по 20 грамм. Поэтому обычное удилище, которое вы используете для ловли на джиг с тестом грамм до 30-35, отлично подойдет для ловли на такой силикон. А приманка уже в размере 8 дюймов у нас выпускается по 2 штуки в упаковке и весит такая приманочка уже 55 грамм. Достаточно мощная и объемная приманка, поэтому и под водой она будет создавать гораздо больше колебаний для того, чтобы привлечь мощную щуку. Но за счет этого и удилище уже нужно использовать помощнее, целенаправленное удилище для ловли на крупные большие приманки. Вот такая у нас отличная новинка от компании Flagman. Напишите в комментарии, как вам данный силикон и любите ли вы ловить трофейную щуку. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления про новые интересные выпуски. С вами был Павел, Flagman Shop. Всем пока, до встречи на воде.